Здравствуйте, видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net номер 394. Ищем информацию. Помимо транспортира существуют и другие инструменты, которые позволяют измерять величину углов. Самые известные и древние из них – это астролябия в астрономии, показана картинка этого прибора, и теодолит в геодезии, и тоже картинка этого прибора. Найти информацию об этих приборах в литературе или в интернете. Этой информации очень много. Если кратко сказать, что такое астролябия и теодолит, то это следующее. Астролябия – это один из первых астрономических приборов для показа вида небесной сферы и для определения высоты небесных тел. Астролябиями пользовались со времен Древней Греции до XVII века для целей навигации, для измерения времени, а на суше – для измерения углов и высот. Теодолит – это измерительный прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов при топографических, геодезических съемок и строительстве. Можно найти и другую информацию про эти приборы. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.